Я просто лежал голый на пляже, и меня вдруг осенило 12 октября. День рождения Ники. 11. Неважно. Это тебе. Но зачем ты? Что подарить человеку, у которого есть все? Фирма CRS, все для отдыха. У меня есть гольф-клубы. Позвони им. Зачем? Они сделают твою жизнь веселой. Веселый? Но ты же видел, как другие веселятся. Это служба развлечений. Служба эскорта? Глубочайший жизненный опыт. Извините, я сейчас. Все в порядке. Пообещай, что позвонишь. Я же сказал. Ты не говорил. Ты все еще лечишься? Чего это ты вдруг? Вы будете заказывать? Я не хотел обижать тебя. Я не принимаю таблеток и не хожу к психоаналитику. И чувствую себя отлично. Не могли бы вы... Тебе понравится, как и мне. Это лучшее, что было со мной. Я позвоню им. Сделай это. Ради себя. Я же сказал, позвоню и позвоню. Просто я ненавижу сюрпризы. Я знаю. Happy birthday to you. С днем рождения вас! С днем рождения вас! С днем рождения, мистер Ван Ортен! С днем рождения вас!